Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и сегодня я играю в инди-игру под названием Атикошет. Это игра, в которой нужно играть за пульку, пробивать двери, пробивать людей и в конце концов убить какого-то убийцу. Игра такая пародия на суперход. Нажимаем на кнопку старт. Так, врезайся сквозь цели, атикошелься от стен. Разрушай. Что это вообще за слово? Какой-то пиксельный текст, вообще непонятно. Что-то там за момент, рикошет теряется моментально. Целиться мышкой, подтвердить и стрельнуть, клик. У тебя всего лишь одна пуля, можешь не считать. Ну, готов. Поехали. Опа. Так, нам нужно всех целей убить, тогда поехали сюда. Так, нужно... Я ничего не вижу, будем целиться навскидку. Так, а давайте я по себе вообще сенсу вот такую небесную поставлю. Полетели в стенку. И тогда мы полетим с вами вот в него. Поехали. Сразу в голову хедшот. Опа. Как не получилось? Как это не получилось? Так. Это что сейчас произошло? А чё её вертит? А чё её так вертит бешено? Что произошло? Пуля. А, вот все, пулю повертела возле стенки, и все как-то. Как непонятно. Давайте начнем еще раз. Так, поехали. Теперь сюда. Теперь делаем рикошет от стены. Опа. Давайте в этого чувака. Ну-ка, появляйся, прицел. Что-то ее выворачивает бешено, эту пулю. Поехали. Так. Теперь в него. Сквозь дверь. Сквозь чувака. Сквозь дверь. А чё у них так руки держат? Как непонятно, что у них даже пистолета нету. Чё вы так держитесь? Вы все такие, это пуля. Целься в нее из пальца, дружище, это пуля. Так, теперь в него. В дверь. О, чувак до двери не добежал. Опа. Так, это мы в каком-то музее с вами. В каком-то музее зачищаем каких-то красных людишек. О, уже кто-то бегством спасается, молодец. Пока кто-то целится из пальца. А кто тут спрятался? Что ты мне показываешь, его бить? Да, готово. Поехали, сюда. Сюда. А через стекло можно? Давайте проверим, можно ли через стекло? Так, через стекло вроде бы можно, поехали дальше. Так, теперь сюда. Теперь выбор... Туда или туда? А чё так мышку воротит? Поехали сюда. Вот это да. А кто тут за бочкой спрятался, а? Так, давайте тогда влетим в ангела. А, ангела тоже можно было снести. Так, теперь к нему прилетаем в ногу. В ногу и теперь в стекло. В стекло можно? Потому что стекло, видно, оно нам дает эти попытки. У нас, я понял, две попытки отрикошетиться от... неразбиваемого объекта. Так, тут никто не спрятался сверху, там, не? Тогда полетели. Вот прям целится, прям готовы встречать опасность. Может, мы снайпер какой-то, очень профессиональный снайпер, который просто берет вот так из одной пульки, я не знаю, с каким-то автонаведением ракетным, и всех сносит. А ну-ка, через дверь. Так, а чё так разворачивает? Можно сквозь, вот так, сквозь игру через дверь? Нельзя? И чё делать? Так вот, чё ты опять крутишься? Всё, видишь, ты дверь пробила, пока крутилась. Не, игра всё-таки, ну, видно, инди-игра, баги присутствуют, тогда полетели быстро. Сюда, теперь от стенки. Да что ж такое, полетели. Теперь в этого полетели. Дай прицел, или сейчас опять меня вывернет этот прицел. Ну, конечно, вывернет. Что это за осколки? Полетели. Так, теперь в него. В дверь. Сюда. В дверь. В чувака. В еще чувака. Потом в этого. Не просто разбивается. Я не вижу. Наугад. А нет, нормально. Так, я видел, нормально было. Так, тогда возвращаемся. Возвращайся, разворот, пуля, разворот.
Что с этой пулей не так? Почему она опять закрутилась? Я ж вроде еще ничего не сделал. Ого, вот это я пролетел сквозь дверь и сразу же с одним махом уделал и дверь, и чувака. Не, вообще пуля должна быть какая-то бронебойная. Она столько людей проломила, столько дверей. Так, а ну-ка сюда. Теперь сюда. Уже мы, кстати, близко уже к той точке, в которой мы типа умерли. Сюда. Сквозь стекло. Сквозь человека. Сквозь него. А ну-ка, все-таки надо их уделать там. Так, дай прицел настроить. Дай. Ура. Ура, теперь в этого в бочонок. Теперь от ангела отлетаем. В этого прилетаем. Делаем тогда жесткий рикошет. Прямо в чувака. Давай. Игра, только не багуйся, игра. Так. Сюда. Через дверь. О, здравствуйте, кто тут нас встречает? Все такие пальцем тычут. Нет, это пуля, нет. Опять я в этом безвыходном положении. Ну-ка, сквозь дверь получится? Получилось. А я ничего не вижу. Дверь. Там какой-то Нео был. Куда я прилетел? Не получилось, какой-то вообще вираж сделали нелогичный. Так, что-то получилось. Теперь в этого Нео попали. Теперь сюда. В этого. Этот уже бегством спасается, споткнулся, упал. Опа, а тут у нас босс файт. Зеленый человек и синий. Они что-то промышляют. Так, быстро. Сюда. Так. Теперь нам желательно бы в стекло. Со стекла мы попадаем в этого. Теперь мы с него ко льву попадаем. Давай, игра. Так, тихо. Лев, я понял, нас пробивается. Теперь в этого. Теперь во льва, потому что я ничего не вижу. Это не лев, это медведь какой-то, непонятно. Так, давай. Так, а вот тут еще один красный. И тут синий человек с синим ножом пытается убить зеленый. Зеленый это видно наш. Стоять! Все. Мы убили убийцу сквозь кучу террористов с оружием из пальца. Нашли настоящего убийцу с ножом. Игра закончилась. Вот так вот, да, игра закончилась, взялась и закончилась. Серьезно? Не, хорошая игра, если эта игра еще участвовала в каком-нибудь инди-соревновании, типа, я сделал игру за 3 часа и выставил ее на всеобщее обозрение, посмотрите, как она работает, то, в принципе, очень хорошая игра. Вот, 8 минут прошли легко, если без фейлов, то вообще, наверное, за 5 минут игра бы прошлась. Ну, просто какие-то баги, вот это крутилось, потом мы в дверь влетели, как бы нам засчитало 2 попытки, но из-за того, что уже пуля крутилась в этом в проигрышном варианте, скрипт игры не понял прикола и решил нас заново это все проходить. Но мы прошли, убийцу убили в каком-то музее. Так что миссия выполнена, снайпер сделал свою работу. Гражданский в безопасности. Но я уже буду на этом заканчивать. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также вступайте во все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм и на Steam Куратор. Будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.